Ролик спонсирован Electronic Arts. Всем привет, ребят. Привет, ребят. Короче, я сейчас нахожусь в офисе DICE. Впервые в Швеции, в Стокгольме. Тут очень мило. Я теперь понимаю, откуда они находили вдохновение для Mirror's Edge первой части. Потому что у них офис похож на весь стиль Mirror's Edge, только не совсем такой цветастый. Короче, здесь прикольно, мило. Мы поиграли в Battlefield в дополнение для Shell Not Us. За Францию против Германии. Там было 4 карты, разные режимы. Понравилось ли мне? Было прикольно. На самом деле, мне больше, чем основная игра понравилась. Вы знаете, видели мои стримы, как мы с Ромой играли. Мы сейчас играли там 64 человека, очень много народу было. Больше всего мне понравился режим операции. Он был самый веселый, там я больше всего очков набрал. Он мне прям даже захотелось домой обратно приехать и продолжить поиграть Battlefield 1. Там появился новый режим Front Lines, называется, где две стороны пытаются, знаете, друг друга стеснить, захватывать точки. Если ты до конца захватишь, это такой, знаете, смещенный раш вместе с захватом точек, типа того. То есть ты когда доходишь до конца карты, ты должен уничтожить там специальные телеграфы. Если ты их не уничтожаешь, команда может все равно сделать камбэк и уничтожить ваши телеграфы. Трудно объяснить, на самом деле, надо посмотреть по геймплею, как это будет выглядеть. Но, а так, крутое ли дополнение? Да, мне понравилось. В плане, вот здесь есть Level Illusion, здесь погода меняется, туман появляется. В операции, говорю, это намного динамичнее, намного веселее. Там дождь пойдет, река, как бы, знаете, поднимется уровень реки, там нельзя будет по мостом пройти, или, например, огонь будет разжигать поля все дальше и дальше. Могу порекомендовать это дополнение, так что я еще, может быть, на трансляции поиграю. Вот, и тут у них в этом плане уже все очень круто. Короче, мы целый день в этот Battlefield играли, я пипец устал, так что лайк поставьте, поделитесь роликом, подпишитесь на канал, смотрите ролик дальше, я сделал классную нарезку, поделитесь роликом, спасибо огромное, ребят.